ансамбль народных инструментов «Скиф» представит вашему вниманию весьма яркую сатиру небезызвестных авторов, которой господин Дербенко приложил свой композиторский талант. И если уважаемый жюри с высоты своего положения заявит, что смеяться грешно, улыбаться нельзя, что при взгляде на новую жизнь нужно не улыбаться, а молиться, просим уважаемый жюри после исполнения привлечь упомянутый ансамбль к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом. Итак, Евгений Дербенко, иллюстрации к роману Ильфа Петрова «Золотой теленок» в 7 частях. Гражданин в белой фуражке, несомненно принадлежащий к лучшей части человечества, ибо в голове у него было 400 сравнительно честных способов мнений, ты двигался по улице города Арбата в поисках точного адреса советского миллионера. Thank you.